Всем привет, дорогие друзья! С вами Рони и Спейсмен. Да, мы будем проходить за кулисами. Да, сегодня тут Бен. О, пошли познакомимся. Ячейку дадут. А что делать надо? Да, не знаю, собери этот шар. Кайф. Ну, пошли дальше. Сейчас главное не наткнуться на... А мне тоже фоткать нужно, и я просто бегаю, вообще пофиг, да, что я так делаю? Нет, ну можешь вообще не доставаться-то, я так, просто для прикола. А, то есть бегать можно, ничего не будет? Не, ну вообще нас услышат. А, тогда лучше просто так пойдем, спокойно. Давай. Это у нас нулевой уровень? Да, это нулевой. Что-то там красное. Это лампа такая. А кто там ноет? Чё? Кто там ноет? Никто не ноет. Чё ты гонишь, чё? Реально? Кто там разговаривает? Чё-то плачет, что ли? Слушай, у тебя что, галлюцинации начались? Нету ничего. Да он гонит, ребят. Очень... Классная игра, очень разнообразные окрестности. Как мы видим, тут желтая стена, тут желтая стена. Очень разнообразно. Розетка данная есть. Вот, в этой стене еще и розетка, так что разнообразие тут очень классное. Палки. Что? А, палки. Вот еще тут уже палки, то есть разнообразие в этой игре присутствует. Да, еще вот тут и лампы разные есть. Кто это свистнул? Значит, это нас услышат, наверное. Кто опять свистнул? Не я, у меня ничего не было. А почему я так лежу? Что со мной стало? А потому что вот так вот встал. А надо? Нет, не надо. Я вот думаю, куда мы с тобой идем? По стрелочкам. Ну да, вот стрелка, кстати. Вот, кстати, фиолетовая лампа. Розетка. Стрелочка номер 2, номер 3. О, номер 4, это выход. Ура, можно бежать? О, я немножко игру сломал, ну ладно. На меня галлюцинация напала, прикольно. Ё-моё! Мы где? Это уровень номер 1, дорогой Руни. А что мне такое пристало ко мне? А не, всё окей. Всё окей, не знаю, что было. Что тебе? Офигеть! Что уровень 1, уровень 1 просто переделали. Ты видел, каким он был до обновления? Нет, я не играл. А если я потом покажу, я даже, наверное, фотку вставлю на монтаже, чтобы вы сравнили. Да, ну если у меня тоже. Ну, короче, мне потом скинешь, вот перед вами она тоже. Какой раньше был уровень. Да, я надеюсь, Руни мне напомнит раньше, чем... Куда ты бежишь? Да пошли, надо быстро пройдем и все, дело с концом. Ой, быстро! Я его проходил 18 минут. А. То есть этот коридор, это еще маленькая часть того, что нас ждет впереди. А вот, кстати, выход. Во вторую часть уровня. О, ура. Класс. Нам нужно закрутить 6 вентилей. Пошли за мной. Вот первый вентиль. Боже, я не понимаю, что тут столько кнопок я... Так. Первый, один вентиль закручен. Да. Так, все, я нормально иду вроде. А, вот, по-моему, куда я нажимаю. Ну-ка. А! А! Оно бежит сюда! Под... Иди. Я бегу, нет? Оно сзади, твою мать, это тупик. Я бегу. А, молодец, я прям за тобой.
сюда, сюда. Нет, тупик! Я ничего не вижу. Где я? Так включи фонарь. Не работает. Так, я нашел выход, но он пока заблокирован. Где я вообще? Ты же не умер. Я не знаю, где я вообще. Стой на месте, не шевелись, не издавай никаких звуков. Эта штука у меня, и можешь выходить, в принципе. А где я? Только небо вижу. Охренеть, не встать. Баб ее поменяли. Кто еще? Мне вот интересно посмотреть на ее скример теперь. А где я? Я только вот небо вижу. Звезды, луну. Ты, наверное, я сдох. А что, у меня даже скримера не было? А ты под водой был? Ну, можно и так сказать. Ну, тогда сдулся. Ресетайся. А, что еще было? Что? Че? Это скример, что ли? Синий экран какой-то был. Окей, допустим, я делаю... Что? Ресет нажимаю, да? Да, ресет. Да блин, я специально вышел, чтобы посмотреть скример. Почему мне показали стену? Где скример? Да, респаун. Нет, куда я нажал? А куда ты нажал? На самую первую. Я, наверное, с тобой. Меня уже напугали. Я только зашел. Ну вот и я. Блин, меня штырят, мне прям плохо. А, я теряю сознание, кажется. Я хочу посмотреть на твой скример. А она меня сквозь стену увидела, забей. Где я вообще, что? Так, ладно, допустим, еще раз ресет, со мной что-то стало. Так, ну что, давай скример. Респаун хочу, да. Да что первое. Это такое? Ты умереть не можешь? Я пытаюсь увидеть скример, мне показывают какую-то хрень. Где скример? Так. Мне какая-то тарелка, боже. Все, она пропала. Ура, пошли. За мной иди. Там кто-то идет, мне это не нравится. Да, там, да почему там, у меня там какой-то угол становится, как это убрать? Да, есть две кнопки, которые отвечают за поворот. Иди не сюда, иди туда, оно тебя сожрет. Тихо, я под воду. Там охереть, там, кто это? Я ж тебе сказал не идти туда. Офигеть. Я скример увидел, кайф. А жизнь-то, жизнь-то не бесконечная. Да, хватит умирать. Не иди туда, оно там. Пошли назад, пошли. Нам это не надо. Ты сможешь, можешь тут стоять и ее отвлекать, я пойду все сделаю. Ладно, пошли. Офигеть. Не, я пошел обратно. Она же сюда не пролезет? Ну, пролезет она не пролезет, но если ты будешь близко к ней стоять, она тебя убьет. А зачем ты поворачиваешься вот так? Так. Вот так. Так? Да. Ну так, по приколу. Ну, посмотри, что ты тут стоишь и где оно. Тихо. Я сейчас выгляну. А где оно? Кажется, оно ушло. Ура. Пошли. А почему такой медленный вопрос? Стой, подожди. А, он мне снился! Беги!
Ты можешь тут стоять и ничего не делать, если ты не можешь от нее спастись. Последняя жизнь. Че? Последняя жизнь. Я не понял, какие-то наклоны, какая-то вещь, слишком много кнопок, боже. Ну, как раз, кстати, из-за этих кнопок наклона ты идешь и медленнее. А чем они вообще нужны? Чтобы заглядывать за стену. Ладно, стой тут. Если я сейчас все хпшки потрачу, у меня последний хп, то что будет? О, все. Эй, макака, иди ко мне. При опасности залезай обратно в свою нычку и сиди там. Я все сделаю и пройду. Я закрутил, по-моему, один или два вентиля. Я помню, где еще один находится. Короче, можешь делать, тут она около меня стоит, вообще можешь не беспокоиться. Ну да, просто держи ее у себя, я пока вот второй вентиль закручу. Иди ко мне. Так, второй вентиль из шести. Где она там? Так, третий вентиль находится где-то в этом месте. По-моему. Сейчас главное, где я не верну. Она около меня, все окей. А нет, уже не все окей. Что? Она ушла. Около тебя вот тут пробежал, и вот где она теперь, вопрос хороший. А вот она меня спалила, я бегу нафиг. Беги обратно, беги в домик, там безопасно, никто тебя не съест. Он там в воде купается и вообще нормально. Так, этот вентиль я закручу в последнюю очередь. Мне нравится, как обновили этот уровень. Мне нравится, как обновили эту звезду. Это ж просто имба. А вот теперь я без понятия, где она, удачи. Просто сиди в домике и все. Не главное, чтобы ты выжил. То есть она гуляет, ну, в принципе, окей. Да, главное не умереть сейчас тебе. Ну что, если ты умрёшь, я пройду, тебе не засчитают прохождение. Побег ко мне. Ой, всё. Я свистеть, чтобы её привлечь. Ну-ну-ну, я как раз это и делаю. Всё, вот так буду просто свистеть и стоять. Ну да. Короче, я пока ищу последний вентиль, или последние два вентиля. Тут какая-то... чернила или что это? Это на воду не очень похоже, честно. Или это вода, но только темная? А вот и она. Здравствуйте. Вот нормальная вода, и вот нормальная вода. Чё-то я не понял. Это у меня с текстурами проблемы теперь. Ага, кажется... Ё-моё! Чё? Какой-то стикман напугал. Ты же не сдох? Нет. Он просто напугал. Ну хорошо. Почему такой бо? Почему сразу такие сложные какие-то макаки большие? Слушай, ты еще одну макаку не видел. Там вообще пипец будет. Вот ты хотя бы в безопасности в какой-то зоне находишься, а там ты не будешь нигде в безопасности. Я сейчас умру, нет! Я жив. Короче, просто сиди там и ничего не делать. Ну, свисти только. Так, все, я вывелся. Тут есть какое-нибудь обновление? Тут никакого обновления нет. Они есть. О, ура, прошли уровень, кайф. О, а сейчас будет уровень, который пробегается за 5 секунд. Третий уровень? Ну, это по нумерации второй, а так третий. Ну, короче, этот уровень пробегается за 5 секунд. Катсцена какая-то. Если ещё не смотреть. Короче, если хочешь пройти уровень быстро, иди за мной. Окей, давай, всё, я... А, вот, сейчас будет. Так.
Так, все, давай, поехали. Бежать или просто идти? Не знаю, как хочешь, можешь бежать. Но все равно никого нету. Какая-то тарелка ко мне без конца пристает, что ей надо, интересно? Да? Какая-то тарелка ко мне пристает, не знаю, что ей надо. Ну, тут двор есть. Кайф. А вот эта комната новая. Ее тут не было. Да. По крайней мере, освещения такого тут точно не было. Че так темно? А нет, реально темно. Че стало? Я устал просто? Да. Все, просто буду идти, значит. Тут еще и можно устать. Аккуратно не упади. Ну же, а как отключить эти повороты? Все окей. А, все, мы прошли, да? Ну да, а сейчас будет уровень, который будет тяжелой. Окей, ну попытаемся, давай. Не, ну просто смотри, вот ты... А мы можем сейчас выйти и сохраниться? Это, давай этот уровень будет последний на первую часть. Да, давай. Короче, смотри, аккуратно. Тут есть такой обугус, который слепой, но слышит прям офигеть. Понял. Поэтому тут ходить только на приседе. Давай. Даже я его покажу. Ну, в отличие от фигуры, ты можешь через него пройти. А сейчас можно идти спокойно или... Нет. А что ты спокойно идешь? Ну, пока его тут нету. А, понял, тогда я просто тоже иду. А теперь он есть. Вот он. Как мы медленно будем идти. А он меня слышит, если я буду около него проходить? Нет, ты можешь хоть через него пройти. Офигеть. Да, вот эта вот черная лягушка. Она опасна. Если ты сидишь, то ты вообще бессмертный, да, можешь сказать? Если ты будешь открывать шкафчики рядом с ней на приседе, то ты тоже помрёшь. На чем шкафчики открывать? Чтобы найти 3 ключа. Блин, как интересно, реально классно. Ребята, ждите следующей серии. Здесь он... Я вот шкафчика открыл, она около меня стоит. Нужно подумать. Так, тут ничего. Тут некоторые шкафчики нельзя открывать. Ты влево или вправо пошел? А, понял. О, первый ключ найден. У это макака. Оно здесь. Да. Это только первая часть уровня, поэтому не расслабляйся. Еще будет? Да. Ну ты тут можешь прятаться, вот смотри, вот в этих шкафчиках, иди сюда. Вот сзади тебя есть шкаф, в который ты можешь спрятаться. А зачем мне это? И там на тебя не достанет, если ты не будешь свистеть. Она прям на меня идет, я сейчас умру, да? Нет. А если ты наприт, ты не умрешь. Серьезно, так это изи катка? Нет. Почему? Она порой даже на приседе убивает. Нет. О, второй ключ. Неприятно. Значит, я просто в угол спрячусь и буду сидеть, да? Хотя бы во второй части уровня есть безопасные зоны, куда эта макака не сможет пролезть. Она прям все углы нюхает? Но она нас ищет. Откуда она знает, что мы тут? Ну мы же в самом начале упали. А. Здорово. Боже, какой она стрёмная. А ты лучше вообще не подходи к ней, а то плохо будет. Ладно. С твоей-то одной жизнью. А чё, у меня не сохранилось? Чё? Жизнью. Нет, с перехода, ну, короче, когда ты проходишь уровни, твое количество жизни остается. У меня всё прохождение больше... От до ХП? В этом прохождении, да. Если мы сейчас перезайдем заново, у тебя это прогресс сохранится, то у тебя будет уже не одна жизнь.
А, все, кайф. Тогда кайф. Да. Остается найти последний ключ. Я тебе сейчас советую вообще никуда не идти. Да там какина, найди ключ, а то тебя укусит она. Если будет шуметь. Ну, я нашел 2 ключа из 3. Да, это круто. Это макак около миди. Тут этого ключа тоже нет. Остается небольшое количество шкафов, где может быть ключ. А вот последний ключ. Ура, все, пошли. Только тихо, аккуратно, при открытии той железной двери раздастся очень громкий звук. И нам нужно побежать или как? Нет. А что? Ну, я тебе скажу, что делать. Пока просто идем. Но сзади. И желательно подождать, пока оно уйдет. Это да. Блин, ну, ребят, мне очень нравится игра. Очень классная. Ой. Ты бы видел графику у меня на этом уровне. Ну, у тебя-то я знаю, у тебя там вообще бомбейшая. Мне так. Пиксели. Она идет сюда, не открывай. Я знаю, сейчас она уйдет. И что, нам бежать или что? Нет. А что делать? Иди за мной. Таких комнатах она тебя не достанет. Кайф. Ура. Свобода. Как пролезть? Или ты не пролезал? Где? Как пролезть? Тут боком. А. Вот в таких комнатах есть кнопка. И что за кнопка? Что она делает? Нужно ее активировать. А, понял. Там, по-моему, только одна комната без кнопки. Так, аккуратно, но около входа. Садимся. Да, садимся и пошли. Ты там подожди меня, потому что очень опасно. Её пока нет. Окей, пошли. Ты тоже такой медленный, как я? Ну да, я ж на приседе. Боже, как ты реально очень слишком уж медленно, конечно, ну ладно. Ой, кажись, нам хана. Нет. Она за тебя. Неприятно. Зачем ты встал, сейчас меня убьет? Нет, она сюда не может пролезть. Фух, все, найс. Так, тут кнопка активирована. Можно уходить. А там было. Ее тут нету, если что, около входа прям. Короче, иди вот в эту комнату и найди кнопку. А я пойду вон в ту. Окей. Погнали. У меня кнопка найдена. У меня еще нет пока. Тут очень опасненько, очень странно проходить. Чё? Мне кажется, тут кнопки нету, слушай. А нет, есть. Активировал? А вот кнопка есть. Все, да, активировал. Выходим. Она прямо у входа. У меня? Да. Ой, черт. Мне не выходить, она да? Прям... Она уходит. Так. Я ушла. Ты там рядом, нет? Да, ушла. Давай, ходи. Окей. За ней куда я забрался? Она идет. Что делать? Не подходи сюда. Куда? За мной. Окей.
ее нет, я позволю себе немного пройти не. Она меня не убьет вот по звукам, по твоим? Я же за тобой иду. Нет. Если она слышит мои звуки, убьет в любом случае только меня. Так я ее вижу, здорово. И до свидания. Сюда. Ой-ой-ой. Назад тебя. Иди в дальнюю комнату, а я пойду в ближнюю. Каждый раз так стрёмно, когда она сквозь меня проходит, вдруг убьёт. Это сердцебиение она точно не слышит? Чё? Это вот сердцебиение, типа, она не слышит? Сердцебиение — это когда монстр рядом. Ну, она этого не слышит. Ну, нет, это... Ну, это для игрока знак, что монстр близко. Понял. Я, в общем, активировал кнопочку. Я тоже. И вылетаю. Надеюсь, там ее нету. Нет, тут ее нету. Окей. Привет. Привет. А вот она. Короче, я ее ненадолго отвлеку. Зачем она туда пошла? Окей. Так, сколько кнопок еще осталось? По идее, в этих... Оп, вот, осталось 3 комнаты, иди сюда. Далековато, слушай, идти. Ну, не знаю, я пробежал. Сейчас ее нет. Можешь... А, не, она здесь. Короче, когда она уйдет за пределы этой большой комнаты, можешь идти и бежать. Да я по старинке, слушай, мне прям, ну, так-то сейчас посмотрю. Ну, вот случай, она же меня убьет. Это прям... Ну да, на твоем бы месте я бы тоже не рисковал. Потому что одно хп еще, да. Там 4 или 5 хп, что ли, дается? Ну, вообще, по-моему, 4, бывают 5. Короче, в одной из этих комнат, по-моему, в центральной, нету кнопки. Короче, иди в ближайшую, а я пойду в самую дальнюю. Окей. А не, по-моему, кстати, в ближайшей нету кнопки. Да, в ближайшей нету кнопки. Ну, это... Иди в центральную. Окей. Центральную, так центральную. Стрёмная макака? Чё? Стрёмная макака? Опа, тут надо сидя, как понимаю. Так. Проходим. О, как светло. И вот у нас кнопка. Да. Да, выход открыт. Давай, я тебя подожду. Или мне тоже нужно? Не, ну не знаю, там находится тот шарик. Не, вообще на этом уровне есть 2 шарика. Если хочешь, я могу тебе показать, где они. Нам нужно назад вернуться? Чё? Нам нужно назад вернуться? Ну, почти, да. Такое, слушай, дело. Ой-ой-ой. Если хочешь, я в следующий раз показать. Да-да-да, о, отстань от меня! Хорошо, я побежал. Да чё ей надо, ну прям около меня ходит. Так, ладно. Поехали. Ладно, я уже бегу к выходу. Ты прям бежишь? Да прям прыгаю. Прыгаю, бегу.
знаю, тут уже финишная прямая почти. Ну как прямая, вообще кривая. Выход уже реально близко. Ну все за мной бегать, чё и надо. Я думал, она меня убила, боже! Я реально так испугался, думал, она меня убила. Окей, все, найс. Ура! Скорее всего, на этом все. Вот воду вернули. А? Тут воду вернули. О, можно, можно искупаться. Ой! Ты смотри, отсмеись. Да я, кажется, сейчас задохнусь. Аня, все окей. Короче, а, блин, не сюда. Короче, если вам понравилось, подписывайтесь на канал Руни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео по этой игре. Да, думаю, серия будет скоро, скорее всего. С вами был Спецмен Руни, всем удачи. И всем, да, всем пока.